Геральт, что это? Это эльфы-повстанцы. Когда-то на земле не было людей. Только эльфы и гномы. Потом на кораблях приплыли люди, которые быстро заполонили землю. Была Великая война, в которой эльфы проиграли. Но призрак надежды еще не покинул их сердца. Самые смелые приходят сюда. А как же мы? Ведь мы люди. Но мне жаль эльфов. Как поступать? Как правильно? Мы должны соблюдать нейтралитет и не вмешиваться в то, что не зависит от нас. Пусть будет так, как будет. Слышишь? Это эльфы из Шайроведа оплакивают былую свободу. Давай подойдем поближе. Ты все увидишь сама.
и разрушали города. Не станет мир таким, как прежде, уже, как видно, никогда. По вечной памяти бессмертны проносится через века. Накопля нашей крови нервы, что вечность унесла река. Убивать себе все чувства, достаточно лишь ненависть убить. Но быть рабами на своей земле безумства, мы выбираем смерть за право жить. Но к жизни прошлое эльфам не вернуться, всего, что было людям, не простить. Мы первые, слез люди не дождутся. Цена свободы первых смерть. Цена без надежды, без...